спуск в каньон. Вон они впереди, голубые приголубые горы. Запах эвкалипта просто зашкаливает, проникает до самого пупка. Уже слышно шум воды. Ну, до нее еще ох, как далеко. Метров 100, наверное, по вертикали. Но мы еще будем ходить кругами. Вон он, красавец, утес. А вон смотровая площадка. Но туда можно добраться только через ручей, спустившись вниз. Вот куда и идем. Неожиданная встреча с таким же странником. Становится прохладнее, чувствуется вода. Вот такие камушки застряли на обрыве. О, сюда даже долетают брызги. Вот отсюда и прохлада. Дыхание речки. И потекла родниковая водица в ущелье. Вода течет отовсюду, даже с вершины. Вниз, вниз, вниз. И при хорошем дожде ломает мост. А зайцы остаются.